Спасатели призывают новосибирцев соблюдать меры безопасности на водоемах. В регионе установилась жаркая погода, и горожане массово отправились к воде. Сейчас в Новосибирске официально открыты 4 пляжа, приемка остальных продолжается. Всего планируют открыть 22 места отдыха у воды, 5 из них в детских оздоровительных лагерях. На готовность пляжа указывает желтый флаг. Высоко поднятый черный шар является знаком того, что купаться строго запрещено. Добавлю, что безопасность отдыхающих этим летом будут обеспечивать 300 специалистов.